О том, как проходила избирательная кампания 2016 в Курской области и в чем ее особенности, мы попросили рассказать политтехнолога Константина Комкова. А партии сумели как бы пообщаться с избирателями с помощью телевидения, с помощью личных встреч. Если говорить об особенностях именно Курской кампании, то я думаю, что Курская кампания, пытаясь вывести в скандальное русло, почему там бывший губернатор, экс-губернатор, там еще некоторые политические силы, пытаясь вывести в скандальное русло кампанию, тем не менее это не удалось. Основные парламентские партии все свои проекты презентовали. Я думаю, что у избирателей есть возможность и выбрать, и проанализировать и, так сказать, обозначить свою позицию буквально там через 2 дня. Но самое главное, что эта кампания в этих выборах есть доверие к самим выборам. Это очень важно. Я думаю, что это очень важный компонент системы сегодняшнего дня.